очень красиво и прекрасно дополняют эту коллекцию. Что вы здесь можете найти? Это корректор, который будет нацелен на устранение покраснений на лице с помощью зеленой части и устранение пигментных пятен, коричневых пятен, это сиреневый отвечает за это. У него такой кремовый, кремовая текстура, то есть вы легко можете его нанести и распространить по телу, потом заматировать все пудрой, которая будет также в нескольких оттенках, от светлого light до medium dark. Затем, здесь вы видите палетку, она будет в двух вариантах, яркие тени, нюдовые помады и нюдовые тени, яркие помады, чтобы сбалансировать ваш образ. Помады будут от матовых к глянцевым, вы можете спокойно играться с цветами, дополнять, экспериментировать, как хотите. Затем здесь вы видите румяна, они очень компактные, удобная упаковка, очень стильная. На крышечке вы видите зеркало, такой мягенький пуф, который легко на себя принимает вот эти рассыпчатые тени, при этом не дает им рассыпаться далее. И по лицу также. Вы можете очень удобно нанести на щечки для создания такого легкого натурального блеска, натурального румянца, который слегка с шиммером. Он будет в двух оттенках, персиковый и такой нежно-розовый. Потом синяя тушь в интересном клубике. Она будет также в двух оттенках. Коричневый, такой глянцевый и синий. Потом это мисс для тела. Это не замена парфюму. Это скорее парфюмированная вода, которая вот после душа, когда вот вы вышли, нанесли его, он создал такую атмосферу, такое вот настроение. Он увлажняет хорошо, он не липнет. Прекрасный такой запах, легкие цветущие сакуры. Второй запах будет больше такой fresh, освежающий какой-то. Затем вы видите тинт для губ. Это скорее как блеск, но он пигментированный. Это такой насыщенный сливовый оттенок и будет такой нюдовый персиковый тоже оттенок. Он увлажняет очень хорошо губы и делает их визуально больше, пышнее. Еще один продукт не представлен в этом сейчас, в этой коллекции здесь конкретно, но он точно будет. Это микроблейдер для бровей. Если сравнивать его с предыдущей коллекцией, с Парижем, когда у нас была помадка, и мы могли прочертить контур и затушевать головку, то сейчас вы можете прям прорисовать, потому что там будет такой аппликатор, вот он как щетинистый, который вот прям прорисовывает ход бровей. Очень классная штука, будет тоже в двух оттенках, светлый, темный, поэтому мы очень ждем. Спасибо большое. Класс, спасибо большое.